Здравствуйте! Сегодня у нас продолжение линейки MicroTech премиум класса, одна из лидирующих компаний в автоматических ножах. И это серия UltraTech Hellhound Bronze Standard и серия 119-13. И начнем, как всегда, с упаковки ножа. И, собственно говоря, дальше уже покажем подробнее сами модели. Стандартная упаковка с артикулом, штрих-кодом. Ну, вот так выглядит пломба. И внутри имеется пакет, в котором находится нож, и сверху паспорт, который представлен уже вот здесь на ножах. По упаковке все привычно, понятно, и по модели. Покажем сразу, чем они разнятся между собой, но сразу видим алюминиевый корпус, 6061T6 алюминиум, анодированный. Нож автоматический, с фронтальным выбросом и прекрасен на вылет. Очень своеобразная форма клинка, необычный там-то, сверху имеет вырезы на пол круга, симметричные долы, достаточно короткие, и дополнительная заточка к острию по обуху. Гравировка на корпусе, специфические болты. Следующая модель, корпус уже совместно с стеклотекстолитом, он же GTN. Здесь видна вставка GTN черного цвета, и видим, как корпус немножко отдает синевой. Насечки в нижней части, в верхней части, также сам слайдер, также очень цепкий. И характерные болты. Клипса, она фиксируется с тыльной части, имеет стеклобой, выполнен из закаленного шарика, и аккуратную, практически незаметную клипсу. Также прекрасен на вылет, спуски достаточно низкие, но при этом очень хорошо сведены. Тому способствует сталь, это CTS-204P, порошковая премиум класса с высокой твердостью, 60-62 по Rockwell, хорошие антикоррозионные свойства. И у этой модели видим GTN в оливковом или в цвете хаки, также неплохо сочетается с синим цветом. В остальном нож абсолютно идентичен предыдущему. Сквозные отверстия. Очень интересно смотрится, очень агрессивно. И прекрасное пополнение коллекции. По характеристикам давайте пробежимся. Данный нож составляет общая длина его 216 мм. Длина клинка 87 мм, ширина 11. По обуху 3,2, спуски достаточно низкие, прямые, при этом сведен он в ноль. Толщина рукояти 12 мм, вес 89 граммов. Сталь CTS-204P, порошок. Высокая твердость, премиум класс. Клипса. На клипсе имеется всегда, что является визитной карточкой данной компании, это дата изготовления конкретной модели. Лого компании, ну и авторская подпись. Лимитированная серия. Прекрасная модель компании
Microtech. Всем спасибо за внимание, за просмотр и до свидания.